Привет, вы на канале Рапунцель. И мы сегодня открываем Лолы. Новую Лол. Вот у нас уже есть Лолы. Да. Да. Это седьмая. Новую Лолу. А ну покажи, какая она коробочка. Вот такая. Вот такая Лол. И мы ее сейчас будем открывать. Такой у нас шарик красивый. А что это сзади там такое есть на шарике? Я же говорила, это серпантин. А ну расскажи, что это такое. Вот это такой барабанчик, это, и наверное, тут открываешь. Там есть шарики, подсказки. Да. Вот я смотрю, там бутылочка. Верни-ка мне, посмотрим. Там аксессуары, куколка. Давай я тебе помогу. Ну давай. Там надорвала. Получится. О, получила змеечку. Да. Открыть. Так. И что у нас первый слой? Слоем. Вроде бы ничего. Как ничего? Вроде бы ничего под первым. Наверное, ты еще не сняла первый слой. Вот первый слой, его не снимается, опять же. Что же за такой шарик? Не снимается. А, вот, а вот тебе начало сниматься. Все. Ты снимай по змеечкам, Дарин. Да не надо, можно и не по змеечкам. Не надо по змеечкам. Здесь, видишь, здесь, наверное, нету так послойно, тут а тут нету. Сразу идет шарик. Вот и тут ничего вот. Нету. И что, еще ничего нигде нету? Сейчас откроем внутри. А в середине что? Покажи мне, что в середине. Вот такая подсказочка вроде бы. Все в середине, да? Подсказочка. Это девочки. Тут одна бутылочка. И тут вторая бутылочка. Вот такая бутылочка. И не только одна. А что же это за куколка такая, которая столько бутылочек? Наверное, очень-очень-очень пьет много. Интересно, что она сделает. Котики и так далее, да? Угу. Сама куколка вот такая. Что в разобранном виде все. Давай. Вот такая одежда. Вот такое платье, да, очень интересное платьице. Я нашла тут вот такую расчесочку. Красивую расческу. Вот расческа вот такая, такая, да, красота. Тут есть крылья. Такие слушай, крылья. Вот крылья. Такие крылья. Летучая мышь. Ничего себе. Сейчас достанем вот такие тапочки. Тапочки маленькие, тапулечки. Такая у нас Лола. Такая вот у нас куколка. Мы сейчас оденем. Возьмем ее платьичкой. Я ее покажу, когда ее одену. Но цвет у нее красивый, такой фиолетовый шарик. Шарик да. Тоже есть там, что к шарику идет что-то там или ничего не идет? Просто идет шарик. Только вот это. А, вот такая вот, как у нас уже была. В общем, все то же самое, только да, фиолетового цвета. Идет инструкция такая, тоже фиолетовая. Возьму тоже. А платье какое у нее красивое, туфельки красивые. Очень красивое. И вот так. Покажи поближе. О, в таком платье с такими крыльями.
красивая. Baby надпись, да? А поверни ее сзади. Как там крылышки цепляются. Очень интересная куколка. Вот такая куколка уже стоит в нашем шарике фиолетовом. Салли. У нее такие гульки, но она такая необычная, Лу. Таких у нас еще не было, правда? Девочка такая с клычком, там типа клычок такой. Да, она красивая. Зубик такой. Очень интересная куколка. А теперь надо попробовать, пьет она или нет. На Хэллоуин надо такие куколки покупать. Да. Да? И мы сейчас будем ее купать. Пои да. ее сначала. Сейчас мы ее... Будешь раздевать ее. Давай, пои. Куколку. Интересно, будет она плеваться. Ну, ой, на воду. Да она вообще не нравится. В бутылочку, видно, набирается водичка. Ну, попробовала. Получается. Подожди, надо его это. Давай. Плюется? Да, плюется. Тоже как и эта кука. Так хорошо плюется? Нехорошо. Так это хорошо. Кукла плюется. Покажи мне ее лицо. Я люблю пить водичку. У меня аж две бутылочки. О. Ну, в общем, вот такая куколка у нас. Она сейчас поплюется на девочек. Плюется на девочек. Бэйби, 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 бэйби. Столько у тебя бэйби. Каждая куколка индивидуально. Бэйби, бэйби. Видео поставь.